О пасхальном перемирии договорились сегодня в белорусской столице. Таков итог очередного заседания трехсторонней контактной группы по Украине. Очередной режим тишины вступит в силу сегодня в полночь. Выполнение договоренностей проконтролируют. Решение донесут до всех участников конфликта. Есть надежда, что огонь прекратится не только на Пасху и период майских праздников. Дипломаты намерены сделать все, чтобы перемирие было длительным. Ситуация в зоне конфликта достаточно нестабильна. Только на этой неделе в результате обстрелов в Донецкой области погибли 4 гражданских. Будут предприняты необходимые шаги с целью гарантированной безопасности наблюдателей СММ ОБСЕ. Это очень-очень важно. Вы знаете, к сожалению, в последнее время были случаи обстрела этих сотрудников СММ. И, конечно, это всех нас очень смущает. Так как и будет отслеживать соблюдение этого решения и предпринять необходимые шаги, включая проведение немедленных взаимных консультаций в случае его несоблюдения. Завтра и на период праздников откроется и пункт пропуска в Луганской области. Переговоры в Минске, в том числе и по обмену пленными, продолжатся 18 мая.